Приветствую, друзья и гости канала Серебро Мания. Сегодня на обзоре у нас лот, купленный на eBay. Он куплен на eBay недорого, цену вы сейчас видите на экране, и как и сам лот, который я купил. А теперь давайте перейдем и посмотрим, какие монеты достались мне в этом лоте. Прежде чем продолжим, я бы хотел порекомендовать скупку монет в Москве. Разумная цена выкупа монет, бесплатная дистанционная оценка. Платят в среднем в 2 раза больше, чем в любом ломбарде, и на 30% больше, чем в банке. Быстрый расчет, моментально выплачивают наличными или на карту банка. Ссылка на скупку монет под этим видео. Скажу сразу, все монеты классные, но я покупал этот лот только из-за одной монеты. Вот эта монета у нас один таллер 1866 года, он в очень классном сохране, и в принципе из-за него я покупал весь лот, потому что я понимаю, он очень дорого стоит, в таком сохране они практически не встречаются. Если вы на него посмотрите, верхняя каемка, край, даже от штампа есть еще такой остаток, да, то есть эта монета не использовалась, она имеет маленькую-маленькую такую кайму с края, я сейчас попробую ее крупно показать. И это значит, что монетка вообще идеальная, можно сказать. Смотрите, как она блестит. Я потом покажу, как она блестит под цветом переливающимся. Это солнечный цвет. И, в общем, монета классная и красивая. Это Пруссия. года таллер. Очень классный таллер, очень классная монета. В принципе, из-за нее я и покупал этот набор. Ну, давайте посмотрим еще, какие монеты нам достались. Еще две монетки таллеры. Эти таллеры уже и по качеству попроще, и сами таллеры попроще. Вот, смотрите. 1861 год таллер. Блеск есть, но монета достаточно потертенькая, то есть она уже не настолько качественная, не такая дорогая, как предыдущая, но тоже хорошая монета, я тоже считаю, что не зря ее приобрел, продать ее по нормальной цене тоже можно будет. Следующая монета тоже у нас таллер, тоже состояние среднее, можно сказать very fine, наверное. 1864 год, неплохие контрасты, очень контрастная, хорошая монета, но тоже более такая обиходная, ее, видимо, все-таки использовали в ходячке, да, то есть она использовалась, и это не в таком состоянии, как первая монета. Еще раз покажу первую, очень она мне нравится, и надеюсь, и вам нравится, очень классная, красивая монета. Идеальная. Я подумываю, либо оставить себе, либо дорого продать. В общем, как бы по ситуации подумаю и посмотрю. И еще две монетки у нас есть. Это пятимарочники. Пятимарочники тоже как бы не частые, не ходовые прям. Ну, состояние прям не скажу, что вау. Вот 5 марок 1876 года. Ну, такая потертенькая, но тоже ничего. С учетом, что не частая монетка, тоже стоит каких-то денег. Смотрите сами, монета неплохая, я бы даже сказал хорошая. Состояние, наверное, просто fine. В общем, неплохая. И следующая монетка тут у нас Пруссия. Да, 5 марок 1876 года в очень неплохом сохране. А вот она уже как бы сохран имеет неплохой для монетки пятимарочники. Они обычно достаточно затертые. Это получше, и качество, и состояние вроде бы неплохое. Надеюсь, монета вам нравится. Мне монета понравилась. Очень тоже контрастная, красивая, не сильно тертая. То есть, можно сказать, very fine состояние все-таки у нее есть. Итак, мы просмотрели набор монет, которые я купил на eBay. Монеты куплены во Франции, да, странно, да, и относительно недорого. Я думаю, что мне и с монетами, и с ценой повезло. Что вы думаете, напишите в комментариях. Надеюсь, обзор вам понравился, ставьте лайки, ну, оставляйте сообщения. И кто не подписан, подписывайтесь на канал Серебро Мания. У нас на канале часто какие-нибудь новинки, и монеты инвестиционные, и просто старинные серебряные монеты, а также перебор ходячки
простой ходячки, современной, это либо зарубежной, либо европейской, либо африканской и так далее, все разные страны. И есть еще у нас слот из eBay, где монеты, в том числе такой же перебор старинных монет. То есть я покупаю на вес монеты и перебираю. И чтобы вот такие выпуски интересные и классные не пропустить, обязательно подпишитесь на канал Серебро Мания. А с вами был Анатолий из Праги, канал Серебро Мания.